В Шымкентском теннисном центре стартовали азиатские игры серии ITF. За звание сильнейшего до 14 лет борются более 60 теннисистов со всех уголков Казахстана и соседнего Узбекистана. У нас в Шымкенте проводится уже второй раз. По идее, по Казахстану у нас проводится 4 раза в году. И это у нас последний на этот год, уже проводится второй раз. Один из лидеров состязаний – 13-летний шымкентский спортсмен Виталий Самуилов. С начала игр встретился с теннисистами Алматы, Караганды и Тараза. Последним соперником Виталия в первом отсеве был астанчанин. Но Самуилов обошел столичного гостя с большим преимуществом. В этот раз я надеюсь, что войду в полуфинал. Хочу сыграть со всеми. Прояви себя. Финальные поединки и имена победителей станут известны в ближайшие дни.